Смотри, столица во всей красе. Когда еще такое увидишь? Да, нам повезло. Не каждый день подвозишь бессмертных. Правда, что ли, бессмертных? А ты проверь. Тихо. А то услышат еще. Так, обставим разговоры. Подлетаем. Вот мы и в Улинаре. Это научный центр. Что ж, рад был помочь бессмертному. Тебя встречает Герида, богиня и наставница бессмертных. В Улионе нет никого мудрее и рассудительнее ее. Прощай, и пусть судьба благоволит тебе. Добро пожаловать. Вижу, твой полет прошел хорошо. Меня зовут Герида. Я помогу тебе освоиться в новой обстановке. О, не торопись. Чтобы найти свой путь, вначале нужно заглянуть в себя. Мне сообщили, что твое возрождение случилось после трагической встречи со Жнецом Смерти. Пожалуйста, расскажи об этом подробнее. Внимание, бойцы! Пункт назначения Ионор. Задача – очистить город от противника. Гражданских эвакуировать. Смотрим в оба, на рожон не лезем. Мы не бессмертны. Вопросы есть? Вопросов нет. Мы на месте. Это поселок Ионор. Местные сообщили, что на них напали верхи. Жители прячутся в поселке. Нужно найти и эвакуировать их. Покажите им, где Кракен зимует! Нужно прочесать поселок, ликвидировать верхов и найти выживших. Все серьезнее, чем мы думали. Запрашиваю подкрепление. Надо его прикончить и поскорее.
Внутри. Можете выходить. Кажется, у нас гости. Убейте. Заплатишь. Смерть непобедима. Тебе не уйти.
уйти от объятий смерти. Стоит целая армия. Бедняга, на твою долю выпало немало испытаний. Но помни, темнее всего бывает перед рассветом. Новая жизнь – удел счастливчиков. Бессмертие – это чудо, которое мы до сих пор не смогли разгадать. Тебя ждет великий путь. У каждого будущего бога он свой, и до поры я не стану давать тебе советов. Но помни, все пути так или иначе связаны с верой. Чтобы стать богом, тебе нужно открыть свое сердце бедам простого народа. Бескорыстно помогай смертным, и они поддержат тебя своей искренней верой. Отправляйся к Флавию. Он не совсем обычный бог, его призвание — наука. Но пусть это тебя не смущает. Новичок, привет. Как тебе бессмертие? В голове не кружится? Забыл представиться. Я Флавий. Я тут двигаю вперед науку, пока всякие бездельники мечами машут. Какие уж тут шутки. Кроме меня никто даже не пытается понять, как у нас в мире все устроено. Ах да, это моя голографическая форма. Некогда бегать туда-сюда. Бессмертных так много в последнее время. Столько дел, столько дел. Ой, извини, отвлекся. Действительно, чего же мы ждем? Видишь капсулу перехода? Заходи в нее. Встретимся в тренировочном зале. Зал полностью виртуальный. Для начала тебе надо выбрать класс. Сейчас увидишь как. Выбери любой из доступных. Ты моментально изучишь его базовые приемы. Вот это я называю чудеса науки. Конечно. Поменяешь класс, когда захочешь. Прямо в ее интеллигенции.
хорошо в ближнем бою долго не протянет, потому неплохо умеет и быстро бегать. В команде задача Криоманта — наносить урон. Управляться с этим классом не составит труда даже новичку. Потренируйся еще на этих консервных банках. Выйти отсюда можно только после тренировки. Не пугай. Перед вами стая. Эти противники слабы поодиночке, но вместе очень опасны. Уничтожьте их с помощью способности, наносящей урон по области. Неплохо. Для начала. Сильных, но немногочисленных противников уничтожайте по очереди. Используйте способность, наносящую значительный урон одной цели. Заряженная версия ледяного снаряда наносит периодический урон. Используйте ее в самом начале боя, если он обещает быть долгим. Внимание! Криоген – ваш главный ресурс. Без него многие способности Криоманта будут вам недоступны. Иногда урона можно избежать. Присмотритесь к противнику. Некоторые атаки занимают время на подготовку. Воспользуйтесь этим, чтобы уклониться. Очень хорошо. В завершении сразитесь с отрядом механоидов. Ремонтный жезл восстанавливает здоровье всем противникам поблизости. Отключайте его, если не хотите, чтобы бой длился неограниченно долго. Ремонтный жезл восстанавливает здоровье всем противникам поблизости. Отключайте его, если не хотите, чтобы бой длился неограниченно долго. Ремонтный жезл восстанавливает здоровье всем противникам поблизости. Отключайте его, если не хотите, чтобы бой длился неограниченно. Нанесите добивающий удар. Позвольте ему уйти красиво. Тренировка закончена. Вы показали отличный результат. Хотя если бы я на самом деле производила измерения, я бы смогла сказать точнее. Go!
Забыл сказать. Внешность можно поменять в любой момент. Просто поговори с клиентом, нашим стилистом. Ну, вроде все. Если вдруг понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. Поздравляю с выбором. Каждая боевая школа — это не просто набор приемов. Это особый путь и философия. Настало время тебе узнать, в чем миссия богов Элеона. Подойди ближе к модели планеты. Прислушайся. Ты слышишь? Миллионы голосов по всей планете взывают к нам. Просят помощи, умоляют о защите. Здесь, в информатории, ты можешь услышать их молитвы. Мы боги, но мы не всемогущи. И все же в наших силах спасать жизни, устранять угрозу, дарить надежду. Вперед! Элеон ждет твоих подвигов. У вас появилась возможность создать собственный пантеон. Замечу, что членство в пантеоне предоставляет вам определенные преимущества. Отправляйся на остров Танкит. Выбери эту местность на карте и подтверди, что хочешь попасть именно туда. Недалеко от Визора тебя ждет наш разведчик. Наконец-то! Я уж думал, придется здесь заночевать.
Виртхи снова обустроили тут себе логово. Расплодились, как мухи на навозной куче. Наверняка это отсюда они совершают набеги на соседние поселки. Помнишь новости из Анора? Зуб даю, это их рук дело. Тебе нужно пробраться в сердце острова и убить их главаря-падальщика. Виртхи подчиняются этой зверюге. Без командира они попрячутся по своим норам. Для смертного это непосильная задача, но ты справишься. Новая находка. Неплохо. Это кольцо усилит вас. Наденьте его. Предметы экипировки, которые вы найдете во время своих приключений, могут сделать вас сильнее, а могут и не сделать. Жизнь — это лотерея.
Многочисленных стайных противников атакуйте серией из двух ударов печати света. Могли прозевать такое. Здесь они готовились к нападению, никаких сомнений. Стая падальщиков выглядит опасно. Осторожнее с ним. Немногочисленных сильных противников лучше атаковать серией из трех приемов карающей молнии.
многочисленных стайных противников, атакуйте серией из двух ударов печати света.